Вот такая горловина у меня получилась. Я закрыла все петельки. И хочу вам ближе показать, какой красивый край у меня получился. И вот центральная петелька. Мы также ее аккуратно и красиво закрыли. У нас край хорошо пружинит. Он сильно не растягивается. Будет немного придерживать резинку. По желанию можно сильнее было стянуть, но мне нужно, чтобы у меня горловина была широкая. Поэтому вот так аккуратненько я закрыла. Вот и на спинке наша горловина, закрытие петель. Вот такая красивая горловина получилась. Сейчас мы будем приступать к вязанию рукава. Тело свитерка у нас уже полностью связано. Сейчас будем вязать рукав. Так как я уже вязала с этой пряжи, с Ланы Голд, я знаю, что мне на рукав нужно 44-46 петель. Если вы помните свитер Индарси, который я вязала на подарок, я вязала его из Ланы Голд по своим предыдущим расчетам из пряжи Валенсия Деним. Расчеты все совпали. Пряжа Лана Голд, она немного пружинистей, она лучше держит форму. И все расчеты подошли к этому свитерочку. Поэтому на рукавчик я буду также набирать. Только здесь сделаю красивый фабричный набор. Для набора нам понадобится основная нить и дополнительная, и основные спицы. Я и резинку, и основное полотно буду вязать кубиками 5 миллиметров. Вот мои кубики 5 миллиметров. Берем два хвостика, дополнительная и основная нить, складываем вместе, придерживаем вот таким образом возле спицы и начинаем набор. На большой палец у нас идет дополнительная нить, на указательный палец рабочая основная нить. И начинаем обычным образом набирать петли. 1, 2, 3, 4, 5. Мне нужно набрать, чтобы на рукавчиках у нас было 44 петельки. От 44 отнимаем 2, это 42. И 42 делим на пополам получается 21 21 и плюсуем 2 кромочные которые мы сначала отнимали 23 петельки нам нужно сейчас набрать 23 петельки когда мы будем удваивать смотрите 23 минус 2 21 21 умножаем на 2 это 42 петельки и плюс 2 кромочные вот 44 петельки у меня получится 5 петель у меня. Таким образом продолжаем набирать. 6, 7, 8, 9, 10, Набираем нужное количество петель. Набрав нужное количество петель, теперь мы будем их удваивать. Я вам говорила, что 2 кромочные мы не удваиваем, а все остальные петельки удваиваем. У нас 23 петельки минус 2 кромочные 21, 21 умножаем на 2, 42 и плюс 2 кромочные 44 петли у нас в итоге получится. Кромочную петельку мы снимаем, дальше за кромочной делаем накид и следующую петлю провязываем изнаночной. Получается, перед каждой петлей мы будем делать накид. Накид одна изнаночная, накид одна изнаночная. И таким образом довязываем до конца ряда. Перед последней кромочной накид мы делать не будем. Накид одна изнаночная. Накид изнаночная, и вот у нас осталась одна петля на спице, ее мы не удваиваем, это кромочная. Провязываем кромочную изнаночной. И хвостик нити нужно потянуть, чтобы наше вязание не распустилось. Мы связали первый ряд. Разворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Кромочную петлю снимаем. Лицевую петельку, вот у нас лицевая, мы будем переснимать нить за работой а накид вяжем изнаночной. И повторяем. Лицевую переснимаем, накид провязываем изнаночной. И так довязываем до конца второго ряда. У нас уже, кстати, на спице 44 петельки. После первого ряда, когда мы их удвоили накидами, у нас стало то количество, которое нам нужно для окружности рукава. Лицевую переснимаем, накид вяжем изнаночной. Лицевую переснимаем, накид вяжем изнаночной. И так довязываем второй ряд. И в конце ряда кромочная изнаночная. И я довязала второй ряд. Разворачиваем вязание и начинаем вязать третий ряд. Сейчас мы будем вязать полую резинку. Нам нужно полой резинкой провязать два ряда. Ряды вяжутся одинаково. Смотрите, кромочную мы снимаем. Лицевую будем провязывать, а изнаночную переснимать нить перед работой. И повторяем. Лицевую вяжем, рабочая нить перед работой, изнаночную переснимаем. Лицевую провязываем, изнаночную переснимаем. И так довязываем до конца третьего ряда. Сейчас у нас от начала, если считать, третий ряд или первый ряд полой резинки. Довязываем ряд до конца. Довязав третий ряд, начинаем вязать четвертый ряд. Это четвертый ряд от начала, если считаем, или второй ряд полой резинкой. Вяжем точно так же. Лицевые мы провязываем, а изнаночные переснимаем нить перед работой. Лицевую вяжем, изнаночную переснимаем. Смотрим, чтобы петли были у нас не скрещены. Видите, как я провязываю? Изнаночную переснимаем. Если вы наоборот снимали петельку, тогда вам нужно будет за переднюю стеночку провязывать лицевую, но я вяжу за заднюю, чтобы вот петля была не скрещенная. Изнаночную переснимаем, лицевую провязываем. И так довязываем второй ряд полой резинки. В конце ряда кромочная и изнаночная. Провязав Два ряда полой резинки. Дальше начинаем вязать резинку один на один. У нас уже низ изделия связан. Теперь мы переходим на резинку один на один. Нам нужно сейчас восемь рядов провязать резинки. Мы провяжем резинку, затем я буду распускать дополнительную нить. Хочу изначально показать. Посмотрите, она тянется, но не сильно. Вот если замерить, да, вот заканчивается спица, и здесь буквально сантиметров шесть вот это насколько растягивается наша резинка. Ну и плюс я еще край держу. И затем я вам покажу, после того, как вытащу дополнительную нить, как наша резиночка будет растягиваться. Сейчас мы вяжем первый ряд резинки один на один. Кромочную снимаем и дальше лицевые вяжем лицевыми, изнаночные провязываем изнаночными. Смотрим, чтобы петли были не скрещены. Вот лицевую, провязываем изнаночную. Сейчас лицевую я вяжу уже за переднюю стенку. Чередуем Одна лицевая, 1 изнаночная. Итак, резинкой 1 на 1 нам нужно провязать в высоту 8 рядов. Провязав 8 рядов резинки 1 на 1, сейчас мы будем вытягивать дополнительную нить. Еще раз покажу, насколько растягивается сейчас наша резинка. Давайте даже померяем. Вот один сантиметр и придерживаю. Ну вот, максимум, да, у нас где-то 20 сантиметров будет ширина резинки. Дальше она просто не тянется. И сейчас мы вытащим дополнительную нить и посмотрим, какая резинка у нас получится в итоге. Начинаем распускать нить там, где у нас два хвостика. Основная и дополнительная нить. Вытягиваем только дополнительную нить. И у нас здесь внизу должны быть открытые петли. Дополнительную нить, видите, я вытягиваю, а с основной нити у нас идут вот такие петельки. Вот сейчас нам полностью нужно вытащить дополнительную нить, чтобы у нас внизу были только открытые петли. Я взяла спицы меньшего размера, вот тоненькие, и этой спицей я вытягиваю дополнительную нить. Можно иголочкой, булавочкой, как вам будет удобно. И обязательно посмотрите, как в конце ряда. Вот мы вытягиваем полностью дополнительную нить. И видите, у нас последняя петелька. Вот эту петельку нам нужно наметить. Вот она, последняя петелька. Я ее немного вытащила, чтобы она больше была. Убираем полностью дополнительную нить. И теперь за вот эту последнюю петельку нам нужно вытянуть хвостик нити со второй стороны. Я тяну хвостик, и у нас все открытые петли прячутся внутрь. Посмотрите, какая красота, волшебство. Вот таким образом я вытягиваю нить со второй стороны. И вот этот хвостик у нас также прячется внутрь. Теперь у нас остался один большой хвостик. Этим хвостиком я буду сшивать свой рукав. Вот какой идеальный край у меня получился. С двух сторон он одинаковый, эластичный, хорошо тянется. И вот посмотрите, какая резиночка у нас сейчас, как она растягивается по сравнению с началом. Да? Вот я фиксирую единичку и вот растягиваем нашу резинку свободно до 30, даже могу и больше вот натянуть. Видите, какой эластичный и красивый край у меня получился. Теперь я буду вязать английскую резинку. И я буду в первом ряду делать прибавки. Всего я сделаю три раза по две прибавки. Это будет в первом, в пятом и в девятом ряду. Сейчас у меня на спицах 44 петельки. Приступаем к вязанию. Первый ряд. Кромочную снимаем и в начале ряда делаем прибавку. Подхватываем рабочую нить. Сзади набрасываем на спицу и за переднюю стенку, вот так нам нужно сейчас, за переднюю стеночку провязать изнаночную. В начале ряда у нас будет изнаночная. У нас должна чередоваться изнаночная и лицевая. А лицевую мы вяжем на ряд ниже. Вот английская резинка. Изнаночную провязываем лицевая на ряд ниже. Изнаночная обычная лицевая на ряд ниже. И так довязываем до конца ряда. Сейчас в конце ряда нам также нужно будет сделать прибавку. Но в конце ряда у нас будет прибавка. А это лицевая петля. Вяжем первый ряд английской резинкой. Не забываем считать ряды, так как нам нужно будет вязать еще второй рукав. И очень важно, чтобы длина рукавов была одинакова. На ряд ниже изнаночная. Лицевая на ряд ниже изнаночная. И теперь... Подхватываем протяжку, набрасываем на спицу и вяжем скрещенную лицевую. В начале ряда мы добавили изнаночную петлю, а в конце ряда мы добавили лицевую петлю. И кромочная у нас изнаночная. Я довязала первый ряд. Разворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Сейчас мы будем вязать просто по рисунку. Вот кромочную мы снимаем. Все изнаночные петли мы будем провязывать изнаночной петлей, а все лицевые будем вязать на ряд ниже. У нас схема узора высоту один ряд, вот мы его всегда и повторяем. Изнаночная, лицевая, на ряд ниже. И так вяжем второй, третий и четвертый ряд. Как делать прибавки в пятом ряду, затем я вам покажу. Сейчас самостоятельно провяжите со второго по четвертый ряд. В конце второго ряда у нас вот есть добавочная петелька, которую мы вначале добавляли, вязали изнаночной. С этой стороны она у нас лицевая. Ее нам нужно провязать на ряд ниже. Вот этот узелок, что внутри. Внутрь вводим спицу и провязываем лицевую. И кромочная, и изнаночная. Разворачиваем вязание и вяжем третий ряд. Третий и четвертый ряд вяжем по рисунку. Кромочную снимаем. Изнаночная. Лицевая на ряд ниже, обычная изнаночная лицевая на ряд ниже. Сейчас самостоятельно провяжите третий и четвертый ряд английской резинки. Пятый ряд в начале и в конце ряда нам нужно сделать по одной прибавке. Кромочную снимаем. У нас первая изнаночная петля, значит, мы будем делать лицевую прибавку. Подхватываем за работой протяжку, набрасываем на спицу и вяжем скрещенную лицевую за заднюю стенку. Следующая петля изнаночная. Лицевая на ряд ниже изнаночная. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда мы будем добавлять изнаночную петлю. Получается, в первом ряду мы делали две прибавки. В начале ряда была изнаночная петля, в конце ряда лицевая, а в пятом ряду наоборот. В начале ряда мы добавили лицевую петлю, а в конце ряда будем добавлять изнаночную петлю. Вот сейчас довязываем пятый ряд до конца. В конце пятого ряда провязываем лицевую петлю, и нам нужно сделать прибавку. Протяжку подхватываем, набрасываем на спицу и провязываем изнаночную петлю. Я ввожу правую спицу внутрь петельки и вот так вокруг спицы провожу, чтобы провязать за переднюю стенку изнаночную, скрещенную изнаночную вяжем. И в конце ряда кромочная изнаночная. Я довязала пятый ряд. Разворачиваем вязание и вяжем шестой ряд. Кромочную снимаем. Вот у нас лицевая на ряд ниже в узелок мы вводим правую спицу и вяжем лицевую на ряд ниже изнаночная лицевая на ряд ниже изнаночная. Итак, нам нужно сейчас провязать шестой, седьмой и восьмой ряд. В девятом ряду мы будем делать последние две прибавки. Девятый ряд. В этом ряду мы будем делать последние две прибавки. Одну в начале ряда, вторую в конце. Кромочную снимаем. На спице у нас лицевая петля, значит нам нужно сделать прибавку изнаночную, как делали в первом ряду. Подхватываем протяжку, набрасываем на спицу и вяжем скрещенную изнаночную за переднюю стенку. А дальше по рисунку лицевая на ряд ниже, изнаночная. В конце ряда мы будем добавлять лицевую петельку. Сейчас нам нужно довязать до кромочной петли. изнаночная и у нас осталась кромочная. Подхватываем протяжку, набрасываем на спицу и вяжем скрещенную лицевую. В конце ряда кромочная изнаночная. И мы довязали девятый ряд. В этом ряду мы сделали две последние прибавки. У нас сейчас на спицах 50 петель. Изначально было 44, в первом ряду мы добавили 2 петельки 46, в пятом ряду 2 петельки 48 и в девятом ряду еще 2 петельки 50 петель. Я уже провязала 9 рядов. Сейчас я буду вязать ровным полотном до нужной мне длины рукава. Не забываем, изнаночные вяжем изнаночными, а лицевую провязываем всегда на ряд ниже. Вяжем до нужной нам длины. Я провязала нужную мне высоту рукава. У меня получается в ширину 50 петель и в высоту 120 рядов. Высоту мы сейчас с вами вместе померяем. От последнего ряда и по резиночку. 40 сантиметров длина моего рукава. Этой длины мне будет достаточно. Я мерила руку. Мне нужно 55 сантиметров. Но это я мерила от плеча. И получается, так как здесь плечо спущено, вот этой длины мне будет достаточно 40 сантиметров. Сейчас я буду закрывать петли. Закрываем самым обычным способом. Петли сильно не затягиваем. Кромочную петлю снимаем. Дальше смотрим. Если у нас изнаночная петля, вяжем лицевую и петлю перебрасываем. Если лицевая петля, вяжем лицевую за заднюю стенку петлю перебрасываем. Я немного вытягиваю петли, чтобы они не стянули мой рукав. Изнаночная петля на левой спице, вяжем лицевую за переднюю стенку, петлю перебрасываем. А если лицевая петля на левой спице, вяжем лицевую за заднюю стенку, петлю перебрасываем. Вот так немного петельки вытягиваем, чтобы наш край не стянул рукав. Сейчас самостоятельно полностью закроем все петли на рукавчике. Закрыв все петельки, вот что у нас получилось. Я сильно не затягивала. Вот такой пружинистый край у нас получился. Теперь нам нужно. Вот смотрите, у нас лицевая сторона. Кладем изнаночной стороной внутрь, складываем вот так рукавчик и сейчас будем его сшивать между собой делать боковой шов у нас здесь хвостик есть нити которые мы вытягивали через закрытые петельки с помощью которого мы делали фабричный край вот этим хвостиком мы сейчас и будем сшивать наш рукав нам нужно сейчас будет сшить рукав затем его пришить к телу нашего свитерочка смотрим вот у нас идет с правой стороны Рабочая нить, значит, подхватываем первую левую петлю. Нужно подхватить таким образом, чтобы мы подхватили как бы и кромочную, и вот эту первую протяжку. Вот так я буду подхватывать, вот, чтобы полностью вот эта петелька у нас подхватилась. Протягиваем. И теперь точно так же вот подхватываем первую петельку с этой стороны. У нас хоть отсюда идет рабочая нить, но нам ее нужно еще раз подхватить. Здесь у нас лицевая петля. Вот эти косички с лицевой петельки мы не трогаем. У нас должна остаться полноценная косичка. И протягиваем. А теперь начинаем сшивать внутрь провязанной петельки и вытягиваем в следующую кромку. Мы подхватываем только протяжки между кромочными петлями. И теперь с этой стороны провязанная петля. Вот откуда у нас идет рабочая нить. Здесь ее будет неудобно подхватывать. Вот так я подхвачу первую петлю. И вытягиваем в следующую кромку. Вот эту протяжку мы подхватываем. И со второй стороны, дальше будет проще. Вот у нас отсюда идет рабочая нить сюда вводим в следующую кромочную, вытягиваем. Вот, вот эту двойную протяжку мы и подхватываем. И точно так же с этой стороны провязанная петелька и следующая кромочная. Здесь у нас возле шва будет лицевая петля, а здесь там, где резинка, у нас будет изнаночная петля. И у нас будет полноценная резинка вот по кругу чередоваться лицевая и изнаночная петелька. Вот таким образом, подхватывая только кромочные петли, нам нужно сшить полностью весь рукав. Подхватываем то с одной стороны. То со второй стороны вот мы уже сшили всю резинку дальше у нас вот идут кромочные только кромочные в одну кромку вводим в следующую вытягиваем в одну кромку вводим в следующую вытягиваем и так продолжаем сшивать полностью весь рукав я сшила рукав между собой. Вот у меня здесь шов. И сейчас я буду пришивать рукав к телу нашего свитерочка. Один рукав я уже пришила. Давайте я вам вот так поближе покажу. Вот как смотрится рукав в пришитом уже состоянии. Это спереди. И вот на спинке. Здесь на спинке у нас лицевая петелька, а здесь изнаночная. Там, где мы пришиваем рукав. Вот такой у нас рукавчик получился. Сейчас я хочу вместе с вами померять пройму, которая у нас есть. И затем, давайте, наверное, померяем сразу сшитую пройму, а затем сколько мы оставляли на пройму. У нас вот пройма идет 20 сантиметров. Вот от начала до конца. И теперь давайте померяем пройму, которую мы оставили для рукавчика. После того, как мы пришьем рукав, она Стянется. Вот. 23,5 сантиметра. Ну, 23, наверное, сантиметра у меня пройма. На 3 сантиметра пройма у нас стянется. Сейчас мы будем пришивать рукав. Каким образом я буду пришивать? Я разделила свой рукав на две ровные части. Вот низ, там, где у нас шов, и вверх. Это место будет у нас находиться на плечике. Вот где у нас шов с плеча идет вот это центр нашего рукава. И сейчас вот таким образом по кругу я буду пришивать рукав. У меня здесь есть хвостик нити на рукавчике. Этой нитью я и буду пришивать рукав по кругу. Для удобства вот сейчас я вот таким образом разверну и приступим к пришиванию. У нас вот рабочая нить идет от центра, от шва, там где мы пришивали. Я выведу просто на лицевую сторону нить, и сейчас по лицевой стороне мы начнем пришивать. Каким образом? Смотрите, вот у нас хвостик нити не зафиксированный. Это мы делали боковой шов. Вот тут, где мы делали шов, у нас идет первая кромочная петля. В первую кромку вводим, в следующую вытягиваем. Точно так же будем пришивать, как и плечика. Вот откуда идет рабочая нить и следующая кромочная. У меня на рукавчике меньше петелек, чем на пройме. Поэтому я каждую третью петлю буду удваивать. Две петельки провязываю, а третью удваиваю. Вот первую петельку на рукавчике я уже провязала. На теле вот кромочная раз, кромочная два выводим. Теперь вторая кромка у нас на рукавчике. Подхватываю протяжку между кромочными. Петелька на теле, и теперь удваиваем петлю на рукаве. У нас вот есть одна кромка и вторая кромка. Между кромками у нас идут протяжки. Вот две такие нити. Вот нам нужно первую нить подхватить, а вторую оставить. Смотрите, я не буду отпускать петельку, чтобы вам показать, что получится. Протянули. Теперь на теле в одну кромочную вводим, в следующую вытягиваем и возвращаемся на рукавчик. Вот одну протяжечку мы провязали, а вторая еще осталась. Вводим внутрь, подхватываем вот эту вторую протяжку и вытягиваем. Получается, здесь мы провязали одну только протяжку, а на теле две. Вот таким образом каждую третью петельку мы будем провязывать. Начинаем отсчет заново. Вот первая кромочная на рукавчике, считая только петли рукава. Вторая кромочная на рукаве. И следующую кромку мы будем удваивать. Подхватываем вот у нас протяжки. Подхватываем вот одну протяжку. Петелька на теле. Подхватываем вторую протяжку на рукавчике. Все дальше обратно. Две полноценные петли. В одну протяжку. В одну кромку вводим. В следующую вытягиваем. Первая петелька. В одну кромку вводим. В следующую вытягиваем. Здесь только косичку мы подхватываем вторая петелька, дальше удваиваем петли. И вот что у нас получается. Вот таким образом сейчас по кругу мы и причем наш рукав. Я один рукав уже Пришила, видите, у нас здесь меньше петель, а здесь больше. Но так как мы каждую третью петельку будем удваивать, как раз у нас получится то количество петель, которое нам нужно. Я свои петельки посчитала. По-моему, у меня здесь или 35, или 37 петель. И здесь 23, или 25 петель. Я уже не помню. Но я посчитала таким образом, что каждую третью петлю мне нужно удваивать. Сейчас самостоятельно пришиваем полностью рукав по кругу.